Всем привет, меня зовут Вероника Коняхина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня хорошая новость, будет обзор на завершающий каталог 2024 года номер 17. Да, вот мы подошли к этому моменту. Год у нас очередной пролетел, прошел или медленно шел, ну, у кого как. Так что поговорим о выгодных предложениях, новинках, что тут есть интересного. Тут на самом деле есть что интересное. И на что стоит обратить внимание. У кого есть бумажный каталог, я вас поздравляю, потому что у вас есть возможность полистать, потереть странички. Буквально вчера просто созванивались с одним консультантом, и она говорит, я забыла отменить каталог. В общем, он мне пришел, начала смотреть, тереть странички, поняла, как мне нужна Love Potion Secrets. А вот так вот. Так что бывает, когда мы смотрим электронный, мы просто пролистываем какие-то интересные моменты, особенно если это ароматы, потому что в электронном формате вы не сможете никакие странички потереть. А так или иначе, ну, она знает аромат Love Potion, она как-то тестировала, встречалась со мной его, и бумажный каталог ей просто навеял вот это состояние, настроение, и она теперь его очень сильно хочет приобрести. По поводу каталога сейчас мы будем говорить, но так как в прошлом обзоре я сказала, что готовлю песню новогоднюю, и она у меня уже будет точно на руках в 17-м каталоге, возможно, я включу вам кусочек, не включу. Случился форс-мажор, вообще все шло по плану, пока я не услышала результат. Я просто... Прошлая неделя у меня была очень тяжелая эмоциональная, потому что я услышала песню, я вообще не поняла, как такое могло случиться, почему мой голос звучит не как мой голос, и вообще, что было на записи, потому что вроде на записи все было ок. Когда я выяснила причину, а я выяснила ее только через 2 дня, мне пришли гениальные идеи, как понять, что не так с песней, и в чем ситуация, я это все написала в телеграм-канале. Ну, в общем, перезапись у меня только в среду, 11 декабря. Когда она выйдет, я не буду загадывать от слова совсем, потому что я не знаю, правда. И единственная хорошая новость, которая точно состоится, это 10 декабря будет концерт, который мы организовываем еще с одной девушкой-исполнителем, автором-исполнителем своих песен, и мы будем проводить его 10 декабря в 19 часов на Маркса. Я оставлю ссылочку, по ней можно будет пройти, посмотреть всю программу, место, адрес, приобрести билет. Можно будет приобретать билеты и на месте, если кто-то сомневается, что он сможет. Но если вы точно сможете, то покупайте онлайн, приходите, буду очень рада. За новогодним настроением, за вкусным глинтвейном, за чудесным вечером. И, конечно же, мы исполним свои авторские песни. Я исполню как раз свою новогоднюю песню. Можно сказать, это будет премьера, вы услышите ее первыми. Ну, не считая несколько человек, да? Запись там и просто. И, соответственно, мы еще исполним также популярные новогодние хиты, которые все знают и которые все любят. Так что приглашаю. И теперь вот мы переходим точно к обзору 17-го каталога. Он у нас вот такой золотой. Действует он у нас до 28 декабря. Это значит, что если все пойдет по плану, то мы еще встретимся в 24 году с обзором на первый каталог, да, потому что он будет с 29 числа. Но я тоже не буду загадывать, потому что у меня там 29 уже встреча, 28 будет закрытие. В общем, там я посмотрю по ситуации. Новый аромат «Лимитка», как и всегда, для нас компания подготовила аромат, который ассоциируется вот с этим торжественным новогодним моментом. Новым годом, новогодней ночью, да, когда бьют куранты, когда мы берем в руки этот чудесный игристый, искристый напиток шампанское, пишем желание, сжигаем его, бросаем, и оно сбывается. Я, кстати, 1 год не сделала, я потом пожалела. Поэтому я не знаю, верить, не верить в эту историю, но мне просто кайфово успеть за 12 вот этих подбой курантов написать... желание сжечь его, это вообще экстрим, бросить и еще выпить, это классная традиция, поэтому я вернулась, я загадываю, я пишу то желание
которая у меня действительно сбывается. Я даже решила, что я просто буду это желание писать каждый год, потому что это классно. Попробуйте, может быть, тоже получится. Если у кого-то не получается, ну, вообще напишите в комментариях, кто тоже сжигает эти бумажки, пьет этот пепел. Ну, если не делаете, тоже напишите. Итак, этот аромат, он как раз будет с аккордом шампанского, поэтому если вы хотите чувствовать праздник не 31 декабря, а уже сейчас, обязательно приобретайте этот аромат. Нотки тут достаточно приятные, я бы сказала, что этот аромат, он будет подходить большинству людей. Цветочный, фруктовый, древесный — это самое идеальное сочетание направления на новогодние вот эти ароматы. Здесь будет малина, аккорд белого пиона и аккорд шампанского. Ну, звучит очень вкусно, поэтому вы можете, конечно же, попробовать только на страничке. Пробника, соответственно, не будет. Это лимитка, это только новогодний выпуск. И если вам вдруг понравится этот аромат, и вы захотите им пользоваться дольше, то, конечно, рекомендую приобретать сразу несколько флакончиков. Тем более, очень приятная цена, 1299 рублей. Акций никаких дополнительных нет, то есть вы можете просто даже купить аромат. Зато у нас выходит еще одна долгожданная новинка, это Giordani Gold Essence Man Elixir. Это аромат продолжения нашей коллекции Giordani Gold Essence. Как вы видите, флакон абсолютно идентичный, золотая крышка, тяжелое стекло в форме кристалла. И про аромат. Я попробовала пробник. Что могу сказать? Так как там есть нота ветивера, мне как будто бы он отчасти чем-то напомнил вот этот Giordani Gold Man, который у нас классически идет. Достаточно сильно даже. Не знаю, может быть, мне просто показалось, но вот ветивер там тоже как главенствующая нота, здесь она тоже главенствующая нота, он такой травянистый, древесный. Спокойный аромат, уравновешенный. Конечно, Giordani Gold, мне кажется, который классический, он еще более спокойный. Этот все-таки будет поярче звучать, тем более, так или иначе, это духи, да, то есть стойкость вообще максимальная. И также тут еще есть такой аккорд оттенок калибанума, да, вот этот теплый какой-то согревающий нотой. Поэтому... Кто ждал эту новинку, конечно же, приобретайте, тем более тут будет идти акция при покупке духов Giordani, средства для умывания и скраб 2 в одном на Vage Man за 199. Тут только даже ради этого можно приобрести и аромат, и на Vage Man, потому что, ну, это потрясающая штука для умывания для мужчин. А также у нас идут акции на Giordani Gold Essence Classica, здесь можно купить дополнительно это крем... для тела и женские духи за 3799 рублей, когда один аромат стоит 3500, ну и приобрести еще дополнительно подарочный пакет за 49 рублей. Вот такие у нас пакетики в этом году, зимние, с лесом, бело-красный и синий, но это как бы женский считается, хотя на нем не написано женский, и в принципе, если мужчина любит красный цвет, почему бы его не подарить ему? Ну и вот такой синий, да? То есть, в принципе, у них нету пола, я считаю, кому что нравится, тот то и дарит. Дальше. Это аромат Giordani Gold Essence Supreme. И тут у нас будет идти предложение. Это губная помада сатиновая Giordani Gold, которая стоит 879 рублей. Кстати, вчера вот тоже общалась с этой же девушкой-консультантом. Она очень... нахваливала сатиновую помаду, новую именно. Вообще, я люблю, когда, знаете, звонишь клиенту, а тебе рассказывают, какая потрясающая новая помада, какие там классные ароматы. В общем, это отдельное чувство, знаете, какого-то удовольствия, когда не ты что-то рассказываешь, а именно тебе, и это классно. Поэтому про сатиновую помаду я ее тоже пробовала. У меня очень много позитивных отзывов, кто купил ее и тоже использовал. И как раз мне сказала девушка, что вот эта новая сатиновая помада, она отличается от прошлой версии за счет того, что раньше губная помада была более жирная, но она очень мягко наносилась и питала губы, а сейчас она не настолько жирная, может быть, по текстуре, но при этом она круто увлажняет губы, и что она тоже заметила, как и я, это стойкость, она стала стойкой, то есть для сатиновой помады, чтобы вообще стойкость была повышенная, но это, скажем так, прям фишка. И вот вы можете приобрести красную
красные духи и красную помаду за 3799 рублей. Кстати, это прям супер предложение, я считаю, потому что помада, да, она не из бюджетных. Акция на следующий каталог. При покупке на 1000 рублей из текущего каталога и на 1000 рублей из следующего каталога вы можете купить по спеццене вот такие продукты. Сразу скажу, магния не будет по этой акции. Будет вот эта водичка эликсир, а Кристал будет вот эта потрясающая маска, кто еще не купил, просто тогда надо в следующем покупать, потому что это невероятно крутая маска, которая отшелушивает, придает коже сияние, увлажнение, в общем, очень кайфовая маска. Так вот, что будет вместо магния? Будет грибной суп Вилософи, либо астаксантин. Ну, я думаю, что и то это хорошо, но на магний не рассчитывайте, он приедет позже. И в начале каталога астаксантин будет вставать только в резерв первого каталога, он появится на складе только после Нового года, поэтому обратите тоже на это внимание. Вы можете заказать, добавить в резерв астаксантин по акции, но вы его не получите до Нового года, если будете делать заказ. Так что лучше добавляйте в резерв, если планируете, либо берите что-то другое. Можно брать несколько продуктов, просто выполняйте тогда условия. Грубо говоря, делая заказ на 4000 сейчас и в следующем на 4000, вы можете взять все продукты по спеццене. Но смотрите, что вам нужно. У нас, конечно же, еще компания всегда выпускает новогодние коллекции для душа, да, чтобы не только вот аромат нас радовал, но и вот такие классные, нужные, необходимые каждому человеку вещи. Это крем для рук, это пена для ванн, это мыло, и еще такая вот губка, да, мочалка. А все это в сиреневом красивом оттенке, такой мистический, таинственный цвет. А пена для ванн у нас вообще пользуется в Reform бешеным спросом, потому что у нас ее очень мало и редко выпускают, и пена у нас прям кайфовая. Тоже по отзывам своих клиентов могу сказать, они прям за ней охотятся. Поэтому тоже покупайте сразу несколько себе флакончиков, чтобы в течение года у вас была пена от Oriflame. Ну и, конечно же, это классный презент на подарок, да, это можно комбинировать, например, мыло плюс крем или все вместе, или с губкой, потому что это очень красиво, когда подарок выполнен в едином стиле. Аромат сливы и синего чая. Честно, не знаю, что такое синий чай и как он звучит, но интересное описание. Ну и переходим к выгодным предложениям. Очень крутые скидки на капсулы на Veg. Вообще-то, я считаю, самое лучшее, наверное, предложение на весь каталог, потому что минус 50% на капсулы. Цена 2499. Это просто спа-курорт для вашей кожи. Это 6 видов натуральных масел, которые вы используете каждый день, либо 3 раза в неделю для поддержания кожи. Что нам дают капсулы? Конечно же, это восстановление, это питание кожи. В итоге она становится более мягкой, более гладкой, разглаживаются мелкие морщинки, поэтому обязательно приобретайте, потому что, ну, несколько раз в год все-таки капсулами пользоваться стоит, даже просто для поддержания. Ну и также это все выполнено в новогодних праздничных коробочках, да, упаковках, поэтому считайте, у вас готовый презент. Ну и еще одна шикарная вещь, она в прошлом каталоге была, это моя любимая ночная маска, которая творит чудеса, пока вы спите. Так что тоже обратите внимание, цена, именно цена хорошая, и можно брать себе, так сказать, баночку на запас, чтобы она у вас была. Вообще считаю, когда идут продукты, которыми вы пользуетесь по очень хорошим ценам, их просто нужно брать, чтобы потом вам не приходилось, во-первых, либо ждать какую-то скидку, либо, знаете, бывает ситуация, у вас реально продукт закончился, а со скидкой вообще не идет. Ни в этом каталоге, ни в следующем, ни в последующем. Такое бывает, редко, но бывает. И вот чтобы не зависеть от этих скидок, надо просто всегда иметь небольшой запас любимых продуктов. Поэтому у меня всегда есть запас шампуни, потому что шампуни, во-первых, рефилы очень сложно купить, они действительно быстро заканчиваются, когда идут со скидкой. Кондиционеры, гели, мыла, рефилы тоже Essence & Co, да, например. Умывашки вообще надо про запас всегда иметь, потому что, ну, это очень важно, это как чистить зубы, и если закончился тоник, это прям печаль, или очищающее средство, это просто вся система коту под хвост, да, это нужно понимать.
Поэтому я всегда смотрю. Понятно, что там, не знаю, помада закончилась в этом оттенке, вы не паритесь, у вас есть еще одна помада, и в конце концов вы попользуетесь. Там закончился аромат, допустим, любимый, но у вас еще 24 аромата, и в принципе, да, это не сильно может быть накладно. И можно чем-то другим заменить. Но когда заканчиваются базовые вещи или вот такие вот вещи, это прям грустно, надо подкупать заранее. Потому что потом приходится покупать либо с меньшей скидкой, либо по большей цене, ну и получается, кто выиграл, да? А у вас есть возможность как раз в этом плане и экономить, что вы можете просматривать каталоги, просчитывать какие-то классные скидки и на любимые продукты их брать. Так, тут у нас идут наборы с королевским бархатом, два крема, либо тушь и крем для век в наборчиках. Сейчас пробежимся быстренько, чтобы сильно на этом не останавливаться. Набор молоко и мед за 1000 рублей 3 продукта. Кстати, отдельно банка крема тоже идет по хорошей скидке 499. Я думаю, их сметут быстро. Дальше это набор с кремом для рук и ароматом, тушь и спрей Love Potion Soul Champion. Дивайн, наш роскошный, любимый всеми Дивайн. Тут будет подарочная коробка за 2500 рублей, аромат плюс крем. Ну, либо просто аромат за 2000 вы можете купить без крема, без подарочной упаковки. Но если на подарок, конечно, я считаю, коробка это более выигрышный вариант. Наши потрясающие ароматы Scope, которые тоже полюбились многим. Сейчас идет акция, берете аромат плюс тушь, это получается 1699 рублей. Далее, мужской аромат Excite и гель для душа. Можно дарить вместе, можно раздельно. Это идет не набор, а просто как предложение. Также скидки на всю линейку Glacier и как раз дезодоранты, которые вы можете тоже приобрести дополнительно и подарить как набор. Такая вот плюшевая история. Кто любит аксессуары, кто любит что-то необычное, эксклюзивное, эта страница для вас. Я думаю, тоже закончится быстро достаточно, потому что подобные вещи у нас выходят в ограниченном количестве. Это вот такой плед понча. Есть у нас вот такая вот повязка с ушками, как вот такая грелка для ног, подушка, и сами носочки для ног. Конечно же, это прекрасные подарки, я считаю, в первую очередь, у кого есть детки, потому что вот я помню, когда я была маленькая в Oriflame, да, я же с 4 лет в Oriflame, я за что любила новогодние каталоги, но вообще очень давно раньше у нас продавали даже игрушки на елку, и некоторые игрушки на моей елке это Oriflame. И когда ты их достаешь, это прям память из детства. Это очень круто, когда они были, не знаю, почему их убрали. Очень бы хотелось, наверное, чтобы игрушки все-таки в Oriflame были на елку. Но кроме игрушек были вот эти вот всякие штучки прикольные. И я тоже помню, что что-то хотела, мне мама дарила, покупала. Я считаю, вот это прям классная страничка, особенно для детей, там, для подростков, прям супер. Ну и также для тех, кто просто любит всякие такие милые вещи, потому что это тоже очень, ну, необычно. Во всяком случае, я не видела такие пончо-пледы, которые еще с таким вот, скажите, капюшоном. Ну, в общем, интересная коллекция. Далее, у нас скидки на витамины Velocify мужские и женские. Это отличное предложение для того, чтобы поддержать свой иммунитет в холодный период года. 12 витаминов, 10 минералов, GMP стандарт натурального происхождения. Хватает баночки на 2 месяца. То есть вы, покупая эти витамины со скидкой, на самом деле очень хорошие суммы тоже экономите, если брать по полной цене. В прошлом каталоге у нас выходила вот такая коллекция аксессуаров. Одна из них это на мне. Это коллекция с натуральным камнем шпинелью. Когда у нас был еще Норхен в продаже, у нас там были как раз натуральные камни, да, и я помню, что украшения с шпинелью, они были описаны, что этот камень, это полудрагоценный камень, который использовался в коронах императорских, королевских, в общем, это действительно так очень круто звучало. Я думала, надо как-нибудь что-нибудь со шпинелью себе купить. И тут мне мама говорит, наверное, неделя спустя, когда каталог идет: Вероника, ты видела, что там идет украшение с натуральным камнем? Я говорю, какие? Она говорит, со шпинелью. Я говорю, где?
А я вот эти, как бы вот этот набор, я думала его брать себе вот с этими аккуратными сережками, потому что я люблю такие аккуратные вещички, их можно и на праздничный образ, их можно и на каждый день носить, это будет аккуратно и привлекательно смотреться, элегантно. Вот, и когда я увидела, что тут есть черный камушек, и вот этот черный камушек это и есть шпинель, я думаю, ну все, надо брать. Так что я взяла. Кто успел еще в прошлом каталоге, да, там была Черная пятница, то вообще мы очень хорошо и выгодно приобрели. А также у нас идут коллекция лаков, косметички, пилочки, которые я тоже себе взяла. Ну и, конечно, из прошлого каталога помада с блесками, тушь 5 в одном в новогоднем оформлении, тени. Кстати, тени у меня сейчас на глазах, это два оттенка бронза, точнее, и два оттенка голографических, это лиловый и зеленый. Я их нанесла как бы по слоям, один выше, другой ниже, поэтому вот такой голографический эффект очень красивый создается на глазах. Стрелку я сделала с помощью вот этой палетки для цветных подводок. Я смешала синий и красный, добавила белого. Получился такой легкий, красивый сиреневый оттенок. Золотая подводка блестящая здесь. Ну и, конечно же, поедем дальше. Это набор тушь 5 в 1 классика плюс черный мягкий карандаш для глаз. В принципе, набор, который вы можете подарить любой девушке, любой женщине, как презент, да, потому что это те продукты, которые так или иначе каждый использует, даже если это малознакомый человек. А это наши, можно сказать, одни из самых лучших и ходовых продуктов. Карандаши у нас отлично рисуют, они мягкие, хорошо растушевываются, можно делать и смоки с этими карандашами, использовать как подложку для теней, для более яркого оттенка и устойчивости, поэтому карандашики с гиалуроновой кислотой отлично рисуют, ухаживают за веками, кто не пробовал, рекомендую. Вот как раз эта палетка для подводок, вот эти кисточки рекомендую тоже приобрести, чтобы вам было удобно рисовать, если у вас нет вдруг кисточек для подводки. Можно делать разные сочетания цветов, на самом деле вы являетесь художником, вы можете придумать абсолютно любые цвета, которые смешиваете в этой палетке. По поводу палетки, оттенки очень стойкие, на самом деле вот это пятно, если видите, я вот на этом месте смешивала цвета, то есть они смешиваются водой, то есть добавлять что-то специальное даже не обязательно, подводка будет держаться, с ней действительно ничего не происходит, она прям на воде стойкая. Но если вы хотите большую устойчивость, добавьте нашего спрея-фиксатора и спреем-фиксатором наносите как базу эту подводку. Эти тени, назовем их так, они сухие. Они сухие. Ну вот, я черканула. То есть они сухие, их можно набирать даже, как сухие тени. Вот. Кстати, я не пробовала. Надо попробовать эту палетку, знаете, каким образом? Как тени использовать. Они, в принципе, набираются. Но они очень яркие и, видите, остаются. Поэтому продукт стойкий. Кому это важно? На воде разводите, смешиваете и наносите. Потом это все застывает, фиксируется и держится абсолютно без проблем. Ну, кому надо более стойкий вариант, да, есть вариант как раз со спреем-фиксатором. Что еще? Это классное предложение как раз для новогодних макияжей. Я тоже считаю, это тени жидкие с эффектом металлик. Как раз все оттенки очень ходовые, очень красивые, вы можете потом их даже использовать на каждый день. Оттенки, хоть и кремовые, они не скатываются, они фиксируются, застывают и держатся абсолютно в том виде, как вы их, скажем так, застудили. Ну, в общем, они прям классные, как и те карандаши, тени по стойкости. И такие же тени есть в матовом оформлении, в такой вот коричнево-бежевой гамме. Можете, конечно же, для более, скажем так, спокойного образа или повседневного образа использовать матовые, тоже не скатываются. Так что тени вот эти прям крутые. Также отличное предложение. Если кто-то пропустил, у нас недавно вышел фиксатор для бровей прозрачный, и сейчас вот в этом каталоге на него прям супер цена. 449 рублей, обращаю, приобретайте, потому что хорошая штука и нужная, самое главное.
также хорошие скидки на бальзамы, мои любимые, завановские, которые отлично ухаживают за губами, смягчают, и также имеют легкий оттенок. Подойдут даже детям, подросткам в школу, кто вот хочет, чтобы губы не сохли и что-то якобы было, но чтобы это, знаете, было не ярко, не вызывающе ни в коем случае, спокойно, потому что оттенки, они все естественные. А также супер скидка на блески. У меня такая история. Блески вышли еще весной, я до сих пор не пробовала, но у меня уже клиенты по второму, третьему флакону заказывают, они прям в восторге. Поэтому я тоже планирую себе все-таки купить блеск, у меня как раз закончился. Я буду брать себе, скорее всего, прозрачный, потому что прозрачный можно нанести на любую помаду. Ну и также отлично смотрится фишка карандаш для губ плюс прозрачный блеск. Но, в принципе, цветные блески, они тоже не сильно яркие, и можно брать, кто любит эти. 349 рублей. Из области надо брать в свою косметичку. Ну или даже на подарки. Также, кому понравилась тональная основа с сиянием Zuan, она, кстати, стойкая, и очень красиво смотрится кожа с ней, тут даже вот нам сделали картинку до-после, но на самом деле отличная тональная основа, скидка у нее сейчас идет, поэтому кто ею пользуется и она очень нравится, я бы рекомендовала, конечно же, приобрести. Далее, что еще интересного идет в каталоге, на что обратить внимание, конечно же, я рекомендую. Это пудра Giordani Gold, моя любимая. Я не знаю, будет ли она на складе, но я ее просто обожаю. Вот, и, кстати, если вдруг ее не будет, альтернатива – это рассыпчатая пудра, она тоже будет идти со скидкой в текущем каталоге. Она белая, прозрачная, оттенка она не дает. Вот. Но если говорить про Giordani, компактную пудру, почему она такая крутая, я ее обожаю, это невероятная текстура пудры, она очень легко набирается на кисть, то есть вот действительно, когда хоп, и уже на кисточке очень много продукта. И потом наносишь этот продукт на кожу, это смотрится максимально естественно, очень тонко, невидимо, ну и плюс мне нравится, что он действительно матирует кожу, то есть у кого все-таки жирная кожа, комбинированная эта зона, это прям супер продукт. Дальше, что у нас идет по ароматам? Infinita со скидкой 1599 рублей, дальше это Valare за 1099 рублей, кто любит, отличное предложение. На Love Potion, кто обожает Secrets, 1599 рублей. И тут будет идти акция, набор сережек можно приобрести за 599 рублей. Вот такой вот наборчик себе ставить, подарить, комплимент сделать, это очень классно. Также набор Amba Elixir с кремом за 2699 рублей. И нам предлагают дополнить образ вот такими украшениями в стиле Amba с янтарными каплями. Но это, конечно, не натуральный камень, но смотрится тоже очень стильно. Последний раз в каталоге Miss Giordani, вот такая вот новость. Не знаю, может, будет перезапуск дизайна, но вообще классный аромат. Но такое бывает. Поэтому, кто любит, покупаем и не грустим. Giordani Gold, классика. В наборах можно взять с тушью All or Nothing Amplified, с тушью, которая у нас меняет изгиб щеточки, да, угол щеточки за 3699 рублей. Также идут со скидкой и очень хорошие Sofiva Ecstatic, прям обратите внимание, 1399 рублей. Вот, Ascendant, кстати, 1399 рублей тоже. Хорошее предложение на мужской аромат. И мужские аксессуары, носочки, часики, браслеты, шарфы. Поэтому, если нужно что-то дополнить, свой набор мужской, то можете дополнять именно аксессуарами. И страничка с распродажей. Тут, конечно, кому что повезет, но тоже не проходите мимо. Возможно, какие-то вещи, которые вы там планировали купить, тогда не получилось. Сейчас вы можете приобрести. Например, тут есть смягчалка с яблоком. Здесь есть детский спрей с имбирным звучанием и мандарином. Мочалка-варежка в виде человечка пряничного. Поэтому очень классно такие вот можно сделать дополнения к подаркам. Также страничка с женскими аксессуарами, шарф, свечка, часики, сумка,
тоже не пропускать, если планировали. Наша любимая, могу сказать, в многими серия Diamond Seller и ночной крем за 1599 рублей. Эта серия, напомню, работает на клеточном уровне, она содержит алмазную пудру и белый трюфель, поэтому эта серия, она выравнивает тон, можно сказать, слегка даже осветляет его, работает против пигментации, но также работает на выталкивание морщин и на подтяжку. Поэтому, если вы в этом описании понимаете, что вам это подходит, вы можете этот крем обязательно брать и пробовать. Далее. Что еще? Серия от пигментации Even Out. Сейчас можно в наборе взять крем и крем для век, для лица и для век за 1299 рублей. Конечно, я как бы больше за позицию комплексного ухода, да, комплексный уход — это обязательно очищение, это обязательно крем для век, это обязательно сыворотка, дневной, ночной, но, в принципе, если у человека это есть, вы можете это докупить и сделать подарок основных продуктов. Но в этом плане NovAge все-таки выигрывает, потому что там комплексный подход, и ты сразу даришь комплекс, если кому-то вы хотите подарить. Еще одна непонятная ситуация с кремом вот этим Aqua Boost Wound увлажняющим, он последний раз в каталоге, поэтому если вы его любите, обязательно покупайте, ну вот как-то так, не знаю, почему его убирают, мне кажется, он ходовой достаточно, у меня многие, кто покупал его, поэтому, ну вот, обратите внимание. Набор идет крем для век и база жидкое золото, которое, называю, она дарит коже голографическое сияние. Можно использовать как самостоятельный продукт, как базу под макияж за 1799 рублей. Ну, либо одну базу можно купить за 919, что, в принципе, тоже неплохое предложение, считаю. Чайное дерево, мое любимое масло, вот про него хотела рассказать, потому что продукт великолепный. Он, конечно же, у нас идет как против воспаления, но я его, например, использую для таких бытовых вещей, для решения проблем, которые не напрямую связаны с этим продуктом в описании, да. В общем, рецепты людей. Если вдруг вы ударились, ушиблись и понимаете, что у вас будет синяк очень большой, наносите чайное дерево, синяка не будет. Это действительно так работает, и проверено не только мной, у меня много историй, когда я сказала, на синяк наносите, и он проходит, реально проходит. Возможно, это связано с тем, что добавили лайм, и как раз он действует как-то на сосуды. Далее, на ушибы, в принципе, если что-то болит затянуто, я тоже наношу это масло, и становится лучше. У меня нету никаких, знаете, там, фастум гели или еще что-нибудь от таких ситуаций. У меня есть чайное дерево. А далее я его еще люблю использовать, когда заболевает горло или просто дискомфорт я чувствую. Я делаю раствор и полощу на стакан воды, 5 капель и сода. Щепотка. Вот, полощу горло, очень хорошо все смягчается, так как чайное дерево обладает антибактериальным действием, то на ранних стадиях заболевания, в принципе, это очень хороший способ даже, скажем так, предотвратить вашу болезнь. Если еще к этому комплексу добавится астаксантин, это прям вообще супер комбо, и можно вообще не заболеть и не разболеться. Но это, скажем так, рецепты людей, это не информация официальная от компании, да, это просто делюсь наработками, то, что у меня работает, то, что у других даже срабатывает, потому что, ну вот, мне это средство очень нравится по этой причине, и это главное средство в аптечке моей. А дальше, это маски Love Nature для лица, различные в пакетиках, очень удобно использовать в поездках и на подарки, потому что это так вот не тяжело, не объемно, ну и цена смешная, 99 рублей. Различные бьюти-гаджеты, щеточки, ролики, пинцеты, зеркала, вы тоже можете смотреть, добавлять в свой уход, чтобы он становился более профессиональным. И, конечно же, NovAge, мой любимый NovAge, который нужно всем попробовать обязательно, есть наборы пробников, есть сейчас пробные вот такие наборы, покупая пробный набор, вы получаете в следующем каталоге, в последующих трех, точнее, скидку на основной набор 1000 рублей, конечно, если просчитывать в деньгах, я тут, знаете, так посчитала, как-то думаю, насколько это выгодно, например, мне взять пробный набор, если даже у меня заканчивается крем и сыворотка, но на самом деле я считаю, что если вы уже пользуетесь NovAge, вам надо просто
покупать постоянно комплексный набор. И, кстати, когда вы покупаете полный комплексный набор, любой, вы можете в течение трех последующих каталогов брать сыворотку, либо крем для век, два продукта, в общем, либо таких, можно одинаково, можно разные брать с 35% скидкой. Поэтому я считаю, что вот выгоднее брать сразу набор из 5 продуктов по цене, но если кому-то кажется, что нет, вы можете попробовать, конечно же, пробный вариант. У нас есть серия на подтяжку, у нас есть серия против морщин, у нас есть серия против пигментации и есть серия против воспалений, акне и так далее. Кстати, действительно работает. У меня была ситуация в этом году, почему-то очень обильно лицо обсыпало, и я не знала уже, что делать, мои методы не работали. Я нашла у себя пробники вот этой сыворотки, так как у меня набор на Veg, я добавила эту сыворотку буквально за 2-3 дня использования этого набора в комплексе. Я поняла, что у меня действительно становится воспаление меньше, и они сходят на нет. Так что серия прям классная, у кого есть такая проблема. И тут новость. Минус 40 на любую сыворотку на Veg, 2400, это просто даром, потому что обычно сыворотка идет за 4000, это самый дорогой продукт в наборе. Именно по этой причине я считаю, что это, ну, не особо выгодно брать пробный набор, вот, потому что легче сразу взять большой и потом просто докупать какие-то продукты. И то я просчитывала, покупая отдельно продукты, невыгодно получается. Но если прям критически у вас все есть, но у вас закончилась сыворотка, это выгодно, конечно же. Но вообще, если крема заканчиваются, лучше уже брать полностью набор, и тогда у вас все будет максимально выгодно по цене, и будет полностью набор на Veg, что тоже немаловажно. Далее, со скидкой у нас будет идти гидрофильное масло, будет идти вот такая сыворотка с глутаминовой, полиглутаминовой, по-моему, называется... кислотой, полиглутаминовая кислота. Фишка этой кислоты в том, что она в 4 раза сильнее гиалуронки. Если раньше я, например, говорила, круче гиалуронки, ничего нет для увлажнения, это сейчас не так. Есть полиглутаминовая кислота, она эффективнее. А что делает эта сыворотка? Эта сыворотка уплотняет кожу максимально, и она разглаживает морщины, у кого есть такая задача. А многие отмечают, что проходят носогубки, да, вот эти вот складки, которые уже такие нависают с возрастом. И, в общем, структура кожи, она становится плотной, да, особенно это сказывается на возрастной коже, никогда еще там 30 лет, а вот после 40, после 50 особенно, кожа хорошо реагирует, она прям уплотняется. Ну, в простонародье эту сыворотку назвали ботоксом, ну, я... Не буду так говорить, не буду с этим сравнивать, просто не хочу. Просто классный сам по себе продукт за счет тех ингредиентов, которые в составе, и да, это продукт высокоэффективный. Вообще на Veg Procuticals это все продукты, которые обладают очень быстрым эффектом. Ну и, конечно, если вы присоединяете на Veg Procuticals к набору на Veg, вы получаете супер комбо, потому что эти продукты друг друга максимально усиливают. Если, конечно, вы берете к Optimals, там, к королевскому бархату, даймонду, тоже хорошо, но просто когда это на Veg, это будет еще эффективнее, потому что, ну, вы сами понимаете, если это один бренд, и это все разрабатывается друг под друга, происходит синергия. Еще отличное предложение на два продукта Velosophy базовых, это сыворотка и крем для лица, 3299 рублей, причем еще идет роликовый такой вот массажер с натуральным камнем, который поможет вам тоже подтянуть контур, если будете каждый день после крема делать несколькоминутный массаж кожи без растяжения. Можно купить продукты раздельно, но, конечно, в наборе это получается выгоднее. Вот, еще у нас есть базовый набор, это очищающее средство, сыворотка и крем за 3899 рублей. Давайте сравним, 3299 и 3899, там массажер, тут смывашка. Умывашка, ну, тут, конечно, по потребностям надо смотреть. Если у вас массажера нет, лучше с массажером взять. А умывашка, может быть, у вас и есть. Кстати, к вот этой умывашке Velosophy тоник нужен, если что. Уточняла.
Итак, супер предложение на омега-3. Напомню, что теперь у нас, к сожалению, осталось омега только в капсульном варианте. Поэтому жидкую не ждите, кто любил, ее не будет. Пока что точно. 1599 рублей 60 капсул на 1 месяц, по 2 капсулы в день. Это считается профилактическая дозировка на ежедневной основе. Пребиотический напиток также со скидкой 1799 рублей, мой любимый, потому что это иммунитет, повышение иммунитета на 70% всего организма. Почему так? Потому что, оказывается, вообще у нас есть полезные и вредные бактерии. Когда мы поглощаем вредную пищу, мы, соответственно, позволяем расти в нашем организме вредным бактериям. Вредные бактерии отвечают за то, что наше самочувствие становится хуже, мы чувствуем себя разбитыми, а также это какие-то проблемы там с усваиванием витаминов, снижается иммунитет, возможно, проблемы с кожей, ногтями, волосами. Вот, когда мы докармливаем свои полезные бактерии, а полезные бактерии как раз получается, когда мы едим правильную полезную пищу, особенно богатую овощами, да, за счет клетчатки растут полезные бактерии, и наоборот, все это раскручивается, поднимается иммунитет, у нас становится лучше там с ногтями, волосами, кожей ситуация, и все, в принципе, налаживается. И как раз вот этот пребиотический напиток - это тот напиток, который позволяет добрать суточную дозу нашему организму клетчатки. Вот. Поэтому ничего волшебного в этом продукте нет, это просто дополнение к пище, которое вот мы не доедаем в формате овощей, но очень эффективное. На wellness пэки, на коктейли, на супы у нас действует подписка минус 20% на первый шаг, минус 25% на второй шаг в следующем каталоге выкупаете, в третий каталог выкупаете минус 30%. Если потом не прекращаете подписку, минус 30%, минус 30%, минус 30% от цены каталога плюс ваши бонусы либо скидки. В прошлом каталоге у нас вышли новые детские витамины, теперь это вкус малины, теперь это 30 штук и теперь это 13 витаминов. И 9 минералов, добавили минерал, поэтому приобретайте для своих деток. И, конечно же, у нас вышли, кто пропустил недавно, тоже нутрикомплекс для роста ногтей и волос, а также для кожи с биотином. Курс состоит из 4 упаковок на 4 месяца, в упаковке 60 таблеток с расчетом 2 таблетки в день. Далее. Скраб для кожи головы за 299 рублей. Кстати, очень классная штука. Кто еще не влюблен в наши скрабы и вообще не делает их каждую неделю, начинайте, потому что у вас может поменяться даже состояние волос, структура волос. Это прям очень крутой продукт, и я пользуюсь и всем рекомендую. Дальше. Как раз идут рефилы, ну, не знаю, по наличию, поэтому кто успеет, тот успеет, 2 флакона шампуня в одном рефиле. Это очень выгодно по деньгам получается, и, конечно же, это более экологически, да, правильный выбор, потому что содержится в рефиле меньше пластика, чем в упаковке. Ну и, в принципе, если вы уже покупали шампунь, у вас есть эта баночка, зачем вам постоянно покупать в баночке, если вы можете покупать рефил и просто переливать. Экономите бюджет и сохраняете планету и от пластика. Далее, это сухой шампунь, и это кондиционер для волос насыщенный. У кого густые волосы, берут насыщенные, у кого тонкие волосы, берут легкие. Дальше, это маска для волос, это успокаивающий тоник, у кого повышенная чувствительность кожи головы, есть перхоть, либо жирные корни. Это продукт для вас. Шампуни, термоспрей как раз, кому нужно, мне как раз один клиент нужен термоспрей был в прошлом каталоге. Любая маска и мой любимый скраб для кожи головы, вот этот в пакетике, потому что он идет еще с черным углем. Так как у меня жирные корни, мне больше подходит вот этот скраб. У меня мама, например, любит тот скраб, а я люблю вот этот в пакетиках. Если я всегда покупаю пакетики, пакетикам мне хватает на 3 недели. Раз в неделю делаю скраб для кожи головы, то есть скрабирую кожу, потом 2 раза промываю шампунем. Вот такая у меня получается процедура. Далее, это несмываемый кондиционер. Не знаю, кто его успеет достать уже, какой каталог заказываю. Мне один человек очень хочет этот кондиционер, но мне не везет, слово совсем. Далее, это мыла,
Есть яблочко с корицей, не знаю, есть ли оно на складе, потому что в Новосибирске не было, я в прошлом каталоге без него осталась. Наборчики, неоновая коллекция, шоколадная последний раз идет, если вам они нравятся или вы хотите что-то интересное на подарок, вот вам варианты. Зубные пасты, детская серия с рождения, также интимные гели, скраб для тела, крем против растяжек, все для коррекции фигуры. В принципе, еще есть время что-то изменить и исправить, если нужно. Далее это кремчик и пилочка из новогодней коллекции со сливой и маслом ши. И смотрите, у меня позавчера один клиент, она заказала, она обожает наши кремы для ног. Она абсолютно, мне кажется, все наши кремы покупает, особенно лимитки, да, у нас есть летние лимитки, у нас есть зимние лимитки, и вот она мне пишет, мне надо 6 кремов для подарка коллегам. Что этот крем дает? Во-первых, он действительно очень классный, у него очень прикольная текстура, она, знаете, такая как будто взбитая, похожа на крем Zen Wound, вот, с чем они похожи. Кто пробовал крем Zen Wound, сиреневый тоже, тот знает. Он перламутровый, он прям такой, как будто взбитый. Очень красиво это все смотрится визуально. Ну и самое главное, что, вот видите, продукт растираю, его прям очень много становится, то есть нужно наносить немного, экономичный расчет. Приятный аромат, приятный аромат. И что еще главное в этом креме, это, конечно же, компонент масла ши. Очень круто будет питать ваши ножки, поэтому обязательно попробуйте эту лимитированную коллекцию. Если вам этот крем, конечно, понравится, прям покупайте его побольше, чтобы в течение года вы могли им пользоваться. Далее. Это серия Элиос с натуральными видами масел 5 и масло с 6 видами натуральных масел. Краска итальянская запатентованная смарт-система, которая распознает структуру волоса и идет в нужном количестве в каждый волосок, чтобы в итоге у вас был равномерный, естественный оттенок волос. И самое главное, что это краска для домашнего использования. Вам не нужно обладать никакими знаниями, никакими умениями. Вам главное развести эту краску по инструкции, перелить все это в одну миску на самом деле, смешать и нанести просто на все волосы. Желательно, чтобы не было пропусков. Все. Какое количество вы куда нанесете, это не важно, потому что волосы будут это как бы распределять. Главное, чтобы все волосы были в краске. Вот так вот, видите, какой прогресс. Далее, это серия Essence & Co. Можно приобретать тоже для себя любимых, либо на подарки, потому что это очень презентабельно выглядит. Красивые, стильные упаковки, эфирные, натуральные масла. Это элитный, люксовый уход за телом. Это презентабельно смотрится в ванной на раковине, да, когда у вас приходят гости, если будет стоять мыло плюс лосьон, но это будет просто как вот нам сказали по всем правилам этикета, да. Гели для душа, в том числе и новогодние форматы по 219 рублей, набор смягчалок, мыло в коробочке новогоднее, набор с медом и семенами чиа за 599 рублей, крем, маска и смягчающее средство с какао. Ну и также наборчики, детский набор, мужской набор и набор крем плюс мыло за 319 рублей. На последней странице наши легенды, это смягчающее средство с черной смородиной, с маракуйей и с малиной по 149 рублей. Как говорится, в каждый дом смягчалки наши всем нужны. Так что 17-й каталог уже стартовал. Можно делать заказы. Немного по акциям пробегусь. Кто делал заказ в прошлом каталоге, напоминаю, в этом каталоге, при заказе от 25 баллов даже, вы сможете взять шикарные, легендарные румяна в шариках за 199 рублей. Конечно, я считаю, что нужно брать вообще без всяких комментариев, потому что это люксовый продукт, это легенда Oriflame, это ручная работа итальянских мастеров. И даже если у вас эти шарики есть, да подарите вы кому-нибудь, потому что... Ну, за 199 рублей вы их в жизни не купите никогда. Далее, это супер новость для тех, кто будет делать заказы в этом каталоге от 25 баллов и выше. То, что в следующем каталоге вы сможете получить жидкое мыло Essence & Co. с грушей за 59 рублей. Поэтому этот каталог пропускать нельзя, иначе останетесь без вот этого мыла, которое стоит 800 или сколько-то там рублей. Найду его. Вот хотела же из ванны принести. А,
Это лосьон 800, а этот 699 рублей. Но за 59 рублей это бесплатно. Полная цена 1250. Это действительно очень потрясающий продукт. Просто обалденный аромат. Кстати, груша и бобытонка очень приятный. Он не насыщенный аромат. То есть он не как, например, лимон и вербена. Лимон и вербена, он такой прям очень яркий, насыщенный аромат, пробуждающий. Этот, наоборот, такой спокойненький, фруктовый, очень приятный. Но мыло за 59 рублей можно подарить, можно оставить себе, можно продать. Поэтому вообще без комментариев. Супер предложение. Еще супер предложение для всех. Только в 17-м каталоге, только один раз вы можете включить две туши On Color, желтые наши объемные туши за 99 рублей. Тоже надо брать, либо себе, либо на подарки, ну, либо предложить любимым клиентам, потому что, ну, за 99 рублей туши взять Oriflame, это просто бесплатно, я бы даже так сказала. А что еще не сказала? Так, это сказала, бесплатная доставка, последний раз в этом каталоге, в 17-м, бесплатная доставка на один заказ от 50 баллов, любым способом. Пятерочки, СДЭКи, Яндексы, пункты выдачи, курьерские, почты, неважно. Поэтому это еще один повод сделать заказ побольше, включить все подарки, включить все нужные продукты, которые у вас заканчиваются в ванной, в косметичке и у всех ваших членов семьи. Сделать запасы каких-то пеномоющих продуктов, либо вилософи, например, омега, пребиотик и так далее, потому что эти продукты по подпискам не идут, то есть идет скидка, берите, берите побольше, если вы этим пользуетесь постоянно. В подписках, понятно, там коктейли, супы, пэки, просто идет подписка, у вас всегда лучшая цена. Ну, скажем так, на коктейли и на пэки скидки нам компания делает редко. В прошлом каталоге была на коктейль. На пэк, в принципе, акции обычно не бывают, потому что продукты так ходовой и самый продаваемый в мире в Oriflame. Кстати, кто не знал, самый продаваемый в мире продукт Oriflame — это Wellness Pack. Вот. Так что у большинства людей в мире Oriflame ассоциируется с Wellness Pack. Вот такие новости. А что еще я не сказала про бесплатную доставку? Ну и, конечно же, кто еще не в компании Oriflame, кто еще не имеет личный кабинет, давайте говорить так, то вы можете оформить его бесплатно. Для этого достаточно пройти по ссылке ниже, либо написать мне. Что дает вам личный кабинет? Он вас ни к чему не обязывает, но он вам дает приветственную скидку 15% на первый заказ, постоянный кэшбэк 15%. Если вы делаете заказ со 25 баллов, вы получаете набор молоко и мед за 99 рублей, это шампунь и кондиционер, который стоит 2000. При этом вы будете участвовать еще в Essence & Co, мыло за 59. Далее это бесплатная доставка от 50 баллов, также для вас распространяется. И супер новость, это стартовая программа для новичка, потому что даже если вы сделали 25 баллов, вы можете в следующем каталоге взять любой продукт из каталога за 1250 рублей, но оплатить 149 рублей. То есть листаете каталог, такие, о, вот этот продукт мне нравится, беру его, 149 рублей. Потом снова делаете 25 баллов, листаете каталог, говорите, о, 2500 продукт, я беру его за 2500, платите 149 рублей. И потом третий шаг, 25 баллов, 3500 за 149. Итого у вас подарков на 7250 сумма, ну, вы оплатили там, что, 600 рублей, да? 450. Даже не 600, 450 без 3 рублей. Поэтому уникальная возможность познакомиться с крутейшими продуктами Oriflame. В этом каталоге, например, у кого второй шаг, у меня просто есть такие люди, мы уже посмотрели, что капсулы можно на Vage взять, они как раз 2500 под это, вообще, прикиньте, капсулы, которые стоят 5000, за 149 рублей можно взять. Можно взять сыворотку на Vage. По-моему, на Vage у нас участвует стартовый, единственный, не помню, исключающий продукт, но мне кажется, в плане стартового исключения не было. Ну, посмотрим, когда будут делать заказы, будут проходить или нет. Но в любом случае, туалетные воды, какие-то уходовые продукты, даже те же, знаете, гидрофильные масла на Vage, какие-то сыворотки и прочее-прочее, там, с АХА-кислотами или ретинолом, это все можно заказывать по акции. Этот спрей эссенса, например, можно заказывать. В общем, можно познакомиться действительно с
люксовыми продуктами Oriflame и понять, почему они столько стоят. Потому что, когда ты приобретаешь Novage, ты понимаешь, почему он столько стоит. И вообще радуешься, что он стоит столько, а не как его аналоги, когда баночка крема стоит 15-20 тысяч, а ты покупаешь там за 149 рублей, либо ну, даже за 2-2 500, там, даже за 3 тысячи, если купить по полной цене. Это не так дорого, если просто знать, какие это разработки, какое это качество. Вот и все. А дальше. Что еще? Для тех, кто будет делиться своей реферальной ссылкой со своими знакомыми, родственниками, вы будете получать кэшбэк 10% за каждую их покупку пожизненно, навсегда. И также участвовать в акции, копить баллы, менять их на подарки. Там идут подарки, это все для кухни, сковородки, кастрюли, чайники, мультиварка и витамины Wellness, да, Velosophy, которые баночки на 2 месяца. Поэтому, если вы любите подарки, у вас есть знакомые по всей России, которые тоже любят подарки, которые сейчас делают подарки, покупают подарки, хотят делать не просто подарки, а качественные, чтобы действительно продукт дарил эмоции, то, конечно же, обращайте их внимание на Oriflame, помогайте им оформлять личные кабинеты, они будут получать все вышеперечисленные преимущества, которые я назвала для новичка, вы будете получать кэшбэки, бонусы и подарки. Знаете, получить классную кастрюлю или сковородку, которая стоит не 1000, обновить кухню, это тоже очень классная возможность, это тоже деньги на самом деле. И некоторые люди говорят, ну вот приходят, например, зарабатывать и говорят, что денег в Oriflame нет. Ну, во-первых, деньги в Oriflame есть, это факт. Во-вторых, деньги есть у тех, кто активно включается в процесс. Но даже если вы пришли, скажем так, пользоваться продуктом, но иногда вы хотите там мультиварку себе или чайник, это ведь тоже стоит денег. Да, просто вы сделали какие-то интересные действия, рассказали, что в Oriflame сейчас дают подарки, давай сделаем подарки из Oriflame для твоих родственников. Вы получили за это небольшие деньги, но еще получили, например, чайник или сковородку за несколько тысяч. Вообще-то это тоже доход. Вот. И это нужно учитывать. Поэтому когда-то я просчитала просто, в 2019 году, я точно помню, я решила просчитать. Я уже давно не просчитывала подарки, которые я получаю по всяким акциям, программам компании, а ведь это стоит денег, да, и эти подарки мы можем оставлять себе, мы можем продавать, мы можем дарить, и по сути это деньги, причем, ну, не маленькие. Я даже когда-то в Oriflame получала Xbox и его продала потом. Абсолютно новый, представляете, кому-то фартануло, абсолютно новый, не бэушный, у меня он просто стоял несколько лет, я все хотела, ну, я думала, что я буду пользоваться Xbox, потом я думаю, господи, Вероника, ты серьезно будешь им пользоваться, зачем он тебе нужен, я его, в общем, продала, даже по тем меркам я продала его по нормальной цене, но так как это все-таки, ну, типа БУ, хотя абсолютно не БУ, я даже его не раскрывала, там, не перетусовывала, вообще абсолютно новый. Так что подарки — это круто, это классно. Если вам какие-то подарки не нужны, все равно забирайте, потому что потом вы можете это передарить. Вот сейчас, например, у меня есть кому подарить Xbox, но я его уже не подарю, я его продала. Ну, на тот момент мне не кому было дарить такие подарки. Не было детей ни у кого, скажем так, или они были совсем маленькие, я об этом как-то не думала, а сейчас уже можно было бы подарить. И я посчитала в 2019 году, сколько мне компания сделала подарков в плане вот финансово, да, я пересчитала там продукцию плюс-минус, посчитала какие-то дополнительные подарки, которые мне компания делала не в продукте, тоже так по цене прикинула, у меня получилось более 100 тысяч. В 2019 году 100 тысяч это было не то, что сейчас 100 тысяч, сразу могу сказать. Это были очень хорошие деньги, и то, что это приходит тебе дополнительно к тому доходу, который ты еще получаешь непосредственно от работы с сетью потребителей и партнеров, да, то это прям крутой бонус. Просто задайтесь вопросом, а на работе вам подарки
делают на какую сумму и как часто. Вот у меня в Oriflame получается каждый каталог все равно что-то приходит, что-то приятное и классное. Даже я забываю сказать сейчас про скидки всякие, что я там экономлю очень много денег на какие-то классные дорогие продукты, когда ты там на Вэдж можешь взять просто даром, и ты думаешь, зачем брать что-то другое, когда ты можешь брать всегда на Вэйдж. Или когда ты можешь брать еще что-то, там, Джордани Голд, если тебе реально нравится что-то из Джордани. И у тебя всегда есть там деньги на электронном кошельке, и плюс ты просто под хорошие акции попадаешь. Всегда есть акции, всегда есть предложения, да, есть каталожные, еще компания нам каждую неделю что-нибудь интересное выкидывает. Поэтому сказать, что здесь дорого продукция Oriflame, разберитесь, хочется сказать, потому что абсолютно недорого, особенно у кого есть личный кабинет. Мыло за 59 рублей, румяна в шариках за 199 рублей. Вы понимаете, что это может сделать каждый человек? Абсолютно каждый человек может купить себе шампунь, пасту, мыло, гель, помаду, тушь, там, аромат, или просто витамины и получить себе это мыло. Ну, вот так вот, по сути. Классно, классно. Много купить надо? Нет, немного. Базовые продукты, вы их все равно покупаете. Вот парадокс в том, что люди иногда не считают, как часто они тратят деньги на косметику, потому что у них закончился шампунь, они пошли купили, потом у них через день закончилась паста, они пошли купили, потом помады, потом они зашли куда-то, им их отправили туда-то, и они покупают в течение месяца, они не видят суммарную стоимость на продукцию. А в Oriflame ты делаешь заказ разом, и ты видишь сумму разовую, и кажется дорого, недорого. Просто ради эксперимента, если вы еще считаете, что Oriflame это дорого, возьмите месяц, ну или там, не знаю, да, давайте месяц все-таки. Возьмите месяц и ведите учет в телефоне или в блокнотике, когда вы покупаете косметику, либо БАДы. Например, когда вы купили помаду, запишите, помада там 500 рублей потратила, потом шампунь 400 рублей, гель 200 рублей, мыло 100 рублей. И вот просто посмотрите, когда месяц пройдет, суммируйте, сколько вы потратили на косметику, вы удивитесь. И когда вы вспомните, сколько вы тратили, например, на Oriflame, на такую же покупку, поймете, что это на самом деле меньше, намного меньше было. Даже то, что платная доставка, это все равно не такие деньги, тем более сейчас везде платная доставка, абсолютно. Я действительно не знаю, где бесплатно, с кем общаюсь, везде делаю, ну, платная доставка, этим уже никого не удивишь, вот. И такого качества продукт все равно нигде не купить, вот все. Попробуйте это, если вы не знаете, что заказать, пишите мне, спрашивайте, я подберу вам те продукты, которые будут подходить именно вам по разным вашим потребностям. Да, уход за лицом его надо подбирать. Купить просто по каталогу это немножко неправильно, может быть. Шампунь лучше тоже подобрать. Ну, какие-то ароматы, если тоже есть какие-то вопросы, уточнить, лучше тоже подобрать. Поэтому я консультирую, я помогаю. Те, кто находится в моей команде, да, зарегистрированы в моей команде по ссылке, которая ниже, вы получаете доступ к эксклюзивным таким вот мастер-классам. Например, у меня есть сейчас подарочный урок, это три вида праздничного макияжа, и если вы присоединяетесь в мою команду, вы получаете его автоматически в подарок, этот мастер-класс. Вы можете посмотреть этот мастер-класс, вдохновиться, повторить или что-то придумать свое на этой базе, потому что там три урока, очень подробно я рассказываю, куда что наносить, куда что не наносить и как это получить. Далее это у меня есть авторский курс молодости и красоты в телеграм-канале. Это трехдневный, я даю на три дня как бы доступ, потому что там не так много информации, чтобы там растягивать на месяц смотреть. То есть это информация на час-полтора. Вы смотрите мини-уроки, читаете информацию, и у вас есть четкое понимание, что такое уход за лицом, из чего он должен состоять. Не просто, что первый шаг, второй, третий, четвертый, это и так понятно, это написано в каталоге. А почему так? Я это объясняю. Я объясняю, как правильно, куда и в каком количестве наносить продукты, потому что неправильное нанесение продуктов снижает эффективность на 40% всего ухода. Представьте, 40% минусовать.
а вы купили, например, на веч. Так что да, эти нюансы, я это все подсказываю. Если, как определить тип кожи, у меня там тоже есть информация, как подобрать уход, из чего состоит, и также еще индивидуально я подбираю уход, если вы, например, ну не можете купить на Вэйдж сейчас, вы не видите смысла в нем, мы подбираем вам уход на ту сумму и на те проблемы, которые вас волнуют. Например, в прошлом каталоге мы девушке подобрали... ну, я подобрала уход всего за 3000, но там, кстати, были сыворотка Вилософи, например, там были хорошие продукты, и этот уход ей обошелся в 3000 рублей. Да, там не было крема для век, но там был первый этап очищения, тонизирования, там была сыворотка Вилософи, и были крема Optimus Urban Guard, тоже очень классная, кстати, серия, недооцененная, с гиалуронкой разных типов, я тоже ее как-то пробовала, мне очень понравилось, кстати, не хуже на Вэйдж, могу сказать, но вот серьезно, но последний раз тоже в каталоге идет эта серия, а так серия... с хорошей альтернативой на Навэч, я бы так сказала. Да, там нет биотехнологии, но там есть гиалуронка, там есть защитная функция, и кожа сама по себе тоже очень хорошо смотрится, выглядит. У меня просто есть такая ситуация, например, это индивидуально моя история, у меня на Optimals расширяются поры. Начиная Навэчем пользоваться, все поры сужаются. Вот, и как раз, когда я взяла Urban Guard, она выходила тогда, я хотела ее попробовать, там три вида гиалуронки, я начала пользоваться, это тоже серия, на которую у меня не стали расширяться поры. То есть я буквально 2 дня пользуюсь, у меня поры расширяются. Потом перехожу на Novage, у меня поры сужаются. Но это вот как-то моя кожа так реагирует. Ну, пользуюсь королевским бархатом, например, сейчас у меня есть один крем такой, один Novage, один королевский. Тоже хорошо моей коже идет. Ну, то есть, надо знать просто какие-то особенности. Да, все подходить всем не должно, но когда вы через консультацию подбираете уход, это все равно намного лучше, чем просто по каталогу, еще как-то бывают ошибки. Вот, я все-таки в помощь, кто присоединяется в мою команду, чтобы вы тратили деньги не просто так на непонятные продукты, а на те продукты, которые будут работать и будут работать в том ключе, как вы хотите. Вот. Так что марафон у меня есть такой. И еще у меня есть на 2 месяца я открываю доступ. Это полноценный курс по макияжу. Тот опыт, который я получила за 14 лет сотрудничества с компанией Reflame. Все мастер-классы от разных визажистов, которые я прошла, какие-то лайфхаки, которые я сама изобрела для себя. Всем этим я делюсь на этом курсе по макияжу. Он состоит из 8 уроков полноценных. Там идет информация дополнительная, очень подробно про тональные основы, разбираю все мифы, все за и против, вообще как подбирать тональную основу, потому что это такой до сих пор спорный продукт почему-то для людей, хотя он реально творит чудеса. И, конечно же, это макияжи, подробные, пошаговые, различные техники, зная которые, вы сможете потом сделать макияж для себя, экспериментируя, даже сочетая разные техники, потому что, когда ты много чего знаешь, ты можешь это оттуда попробовать, это отсюда, и получить какой-то интересный новый вариант. Поэтому весной я этот курс запустила, очень хорошо он у нас прошел, очень многим он помог, в принципе, взглянуть на декоративную косметику Oriflame по-другому, кто-то, в принципе, по-другому взглянул в отношении макияжа, да, потому что тоже есть разные там мифы, как и выходит за лицом, что это молодежи не надо, надо молодежи. Молодежи всегда все надо. Лучше поддерживать свою молодость и красоту природную, чем потом решать там, в 25 какие-то проблемы, морщины и так далее. Потому что их можно отсрочить максимально дольше, если правильно, комплексно ухаживать с более молодого возраста. Вот о чем я. На этом я буду заканчивать. Я много чего рассказала, да? Всем желаю отличного 17-го каталога.
отличных покупок, подарков. Конечно же, если вы хотите присоединиться как покупатель, пишите мне, либо по ссылке проходите ниже. Если вы хотите не только покупать продукцию, но и зарабатывать с компанией Oriflame не только подарки, не только кэшбэки, но и деньги, получать премии, расти по карьерной лестнице, путешествовать, то приглашаю в свою команду на обучение, на сопровождение. Сейчас я тоже создала такие не длинные, но максимально информативные уроки для запуска. Это 3 видео, которые помогут вам разобраться в продукте, разобраться в маркетинге, как считать ваши собственные деньги, потому что я считаю, самое главное в этом бизнесе – это как можно раньше понять, как идут начисления и как вы можете влиять на свои доходы. Потому что я, когда пришла в этот бизнес, я с этой темой быстро разобралась. Я поняла, что есть вот этот план, есть вот этот план, есть вот этот план. И когда что работает, ты просто, ну, знаешь, куда делать какие акценты. Это классно. Сейчас у нас есть очень крутой инструмент от компании, это калькулятор доходов, где ты можешь просто забивать себе различные варианты и просчитывать, сколько денег ты будешь зарабатывать. Такого раньше не было, я могла просчитать просто все на калькуляторе до копейки по маркетинг-плану. Сейчас, в принципе, калькулятор облегчает жизнь, снова могу сказать такую фразу, да, то есть ты вбиваешь циферки, тебе уже сразу пишут циферки, а раньше я это все считала досконально, до копейки, знала, как просчитать все эти проценты, межпроцентные разницы, сколько получит директор, сколько получит золотой, ну, там вот эти вот все. Это было сложнее воспринимать, но зато знаешь, как начисляются деньги, зато вопросов нет. Почему нужно делать там баллы, или почему нужно приглашать в первую линию и прочее, прочее. Потому что я с этим разобралась изначально. Вот, это 2-й урок по доходам, и 3-й по методам работы, которые помогут вам уже стартовать и получить первые деньги. Так что, кому интересно, приглашаю, тоже можете пройти по ссылке и присоединиться в качестве бьюти-партнера. В дальнейшем, если захотите и будете развиваться, то станете бизнес-партнером и начнете получать максимальную прибыль от возможностей компании Oriflame. Так что до новых встреч, еще, наверное, все-таки в этом году, ну и приятного времени, когда идет подготовка к вот этому потрясающему празднику Новому году. Пока-пока!